Для тех, кто думает, что как-то это иначе. У меня, правда, не получится с этой камеры записать монитор, потому что это компьютер с Linux, а не Mavavi с виндой на ноутбуке. Translator. Translator. Но, надеюсь, это слышно было. Translator. Для тех, кто мне в стриме сегодня говорил, что я неправильно говорила транслейтер. Может быть, конечно, с этим самым оттенком русского. Но я как бы русский человек.